Yerevan ne hosum. Yerevan ne hosum. Слова. Не одних ли на опушке нам распускается листва, и молодеет не одних ли стареющая молодежь, и не при них ли в душах стихли зло, низость, ненависть и ложь? Да, светозарные лазорные, как ты, весенняя листва, слова, чьи звуки чудотворны, величественные слова. Есть имена, как солнце, имена, как музыка, как яблоня в рассвете. Я говорю о Пушкине, поэте, в действительном, в любые времена. Мы чтить тебя привыкли с детских лет, и дорог нам твой образ благородный. Ты рано смолк, но в памяти народной ты не умрешь, возлюбленный поэт. Бессмертен тот, чья муза до конца добру и красоте не изменяла, кто волновать умен людей сердца, и в них будет стремление к идеалу. Thank you.
Царскосельский лицей неразрывно связан с именем Александра Сергеевича Пушкина. В лицее прошла его юность. Здесь родился Пушкин-поэт. До конца своих дней Пушкин с благодарностью вспоминал учебное заведение, воспитавшее его. Лицей прошел через все творчество поэта. Он в первых юношеских стихах, посланиях друзьям, стихотворениях, посвященных лицейским годовщинам. Мы не лицеисты, мы пушкинцы! И прощаясь с начальной школы, хотим сказать, что здесь в нас заложили любовь к родине, к семье, к школе, к учителям. Здесь мы нашли друзей на всю жизнь. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию литературно-художественную композицию, рассказывающую о годах обучения Александра Сергеевича Пушкина в Царскосельском лицее. О его друзьях, школьных товарищах, о той большой дружбе, верности лицейскому братству, которую пронесли лицеисты через всю жизнь. Мы хотим, чтобы дружба, подобная дружбе лицеистов, была бы примером для нас, для пушкинцев, чтобы такая дружба вдохновляла и поддерживала бы нас всегда и везде. Наш союз, он как душа, неразделим и вечен, неколебим, свободен и беспечен. Срастался он под сенью дружных муз. Куда бы нас ни бросила судьбина, и счастье куда б ни повело, все те же мы, нам целый мир чужбина, отечество нам царское село. Октября 1811 года в царском селе близ Петербурга открылся лицей. 30 мальчиков сели за парты и стали лицеистами. Учреждение лицея имеет целью образование юношества, предназначенного к важным частям службы государственной. Лицей составляется из отличнейших воспитанников и наставников знаниями своими, заслуживающих общее доверие. Танзас Константин, будущий офицер русской армии. Тельвик Антон, поэт-издатель. Кюхельбекер Вильгельм, поэт-декабрист. Малиновский Иван, полковник русской армии. Матюшкин Федор, контр-адмирал русского флота. Пушкин Александр, великий русский поэт. Пушкин Иван, чиновник-декабрист, самый близкий друг поэта. Яковлев Михаил, издатель. Разбежались глаза, я как-то потерялся, глядя на всех, я никого не видал.
Вошел какой-то чиновник с бумагой в руке. Я слышу: Пушкин Александр, выступает живой мальчик, курчавый, быстроглазый. По сходству фамилии или по чему-то другому, только я заметил его с первого взгляда. С этой поры установилась и постепенно росла наша дружба, основанная на чувстве какой-то безотчетной симпатии. Здание лицея, маленький четырехэтажный городок. Инспекторы и гувернеры живут внизу. Второй этаж, столовая, больница, канцелярия. Третий этаж учебный, классы, кабинет физики, кабинет для газет и журналов, библиотека. На четвертом этаже отведенного лицея флигеля черная дощечка над дверью с надписью «Номер 12. Иван Пущин». Жилец этой комнаты взглянул налево, увидел «Номер 14. Александр Пушкин» и очень обрадовался такому соседству. В каждой комнате железная кровать, комод, каторка, зеркало, стул, стол для умывания. На конторке чернильница и подсвечник со свечами. Каждый день они вставали в 6 часов. Дежурный строил их в порядок и вел на второй этаж. Столовый зал, где они пили чай. Потом с 7 до 9 утра были лекции. После они шли гулять. Обедали, репетировали уроки в классном зале. Потом опять лекции. После лекции вторая прогулка. Полдник, ужин, третья прогулка. И в 10 часов они снова шли на четвертый этаж и расходились по своим кельям. Воспоминания, рисуй передо мной. Волшебные места, где я живу душой. Леса, где я любил, где чувство развивалось. Где с первой юностью младенчество сливалось, и где взлелеянной природой и мечтой я знал поэзию, веселость и покой. Они повторяли заданное всегда в классной комнате, каждой за отдельной конторкой. Посередине стоял черный стол. Воспитанника Пушкина сажали за этот стол в наказание за громкий смех в классе чистописания и за пустые фигуры, которые он чертил в классе немецкой словесности. Все мы видели, что Пушкин нас опередил, многое прочел, о чем мы и не слыхали. Все, что читал, помнил, но не важничал. Вскоре все заметили, он грызет перья на уроках, что-то чертит и записывает. Думали, он записывает лекции, пробовали приставать ему после лекции. Он выходил из себя и готов был тут же подраться. Гувернер, присутствовавший на лекциях, дважды сделал ему строгий выговор. Он был занят на лекциях, видимо, чем-то посторонним и, кажется, ничего не слушал. Он не боялся быть последним учеником. Может быть, он писал стихи? В долинах, весной, при кликах лебединых, близ вод, сиявших в тишине, являться муза стала мне. Моя студенческая келья вдруг озарилась. Муза в ней открыла мир молодых затей, воспела детские веселья и славу нашей старины, и сердце трепетные сны. Сначала он был нашим поэтом, как сейчас помню, как профессор сказал. Теперь, господа, будем пробовать перья. Опишите мне, пожалуйста, розу стихами. Наши стихи вообще не клеились, а Пушкин мигом прочел 2-4 стишья, которые нас восхитили. Где наша роза, друзья мои? Увяла роза, дитя зари, не говори. Так вянет младость, не говори, вот жизни радость. Цветку скажи, прости, жалею, и на лилею нам укажи.
Пушкин потом постоянно и деятельно участвовал во всех лицейских журналах, импровизировал так называемые народные песни, точил на всех эпиграммы. Между нами все рождало споры, и к размышлению влекло племен минувших договоры, плоды наук, добро и зло, и предрассудки вековые, и тайны гроба роковые. Сижу ли с добрыми друзьями, лежу ли в постели буховой, брожу ли над тихими водами, в дубраве темной и глухой. Задумаюсь, смахну руками, на рифмах вдруг заговорю, и никого уж не морю моими резвыми стихами. Одному Дельвигу он любил читать стихи. По выражению бледных глаз своего друга он видел, каковы стихи. Пушкин его любил. В беспечности Елены Дельвига была какая-то храбрость, дерзость, и говорили о нем, что он отчаянный. Дельвиг учился плохо, собственная лень доставляла ему наслаждение. Любовью, дружеством и ленью, укрытый от забот и бед, жив под их надежной сенью, в уединении ты счастлив, ты поэт. Еще в младенческую грудь вляли искру вдохновения и тайны указали путь. Я лирных звуков наслаждения младенцем чувствовать умел, и лира стала мою делом. Любовь к поэзии пробудилась в Дельвиге рано. Он знал почти наизусть собрание русских стихотворений, изданное Жуковским. Дельвиг не любил игры, требовавшие силы и проворства. Он предпочитал прогулки и разговоры с товарищами. Я редко пел, но весело, друзья. Моя душа свободно разливалась. О, царский сад! Тебя ль забуду я? Твоей красой волшебной забавлялась. Проказница фантазия моя. И со струной перекликалась согласный звон, сливаясь под рукой. И вы, друзья, талант любили мой. С Кюхельбекером у Пушкина тоже была дружба. Иная. К вечеру ссорясь насмерть, утром они встречались с друзьями. Кюхельбекеру Кюхлик, как звали его в лицее, другу и поэту Александр посвятил стихотворение к другу-стихотворцу. Арис, поверь ты мне, оставь перо, чернила, забудь ручьи, леса, унылые могилы, в холодных песенках любовью не пылай, чтоб не слететь с горы, скорее вниз ступай. Довольно, без тебя поэтов есть и будет, их напечатают, и целый свет забудет. Мой образ, друг минувших лет, да живет перед тобою. Тебя приветствую, поэт, одной постигнутой судьбою. Мы оба бросили тот свет, где мы равно терзались оба, где клевета, любовь и злоба размучили обоих нас. Пущин был веселый, румяный, с серыми глазами, уволень, созданный для удовольствия, ненавидевший огорчения и крайности. Смех и острое слово были для него превыше всего. Мой первый друг, мой друг бесценный, я судьбу благословил, когда мой двор уединенный, печальным снегом занесенный, твой колокольчик огласил. Молю святое провидение, да голос мой душе твоей дарует тот же утешение, да залит он в заточение лучом лицейских ясных дней. Любезный именинник, о Пушкин дорогой, приблёк тебе пустынник с открытою душой. Пришельцем обнимися, но доброго певца сейчас не суетися с парадного крыльца. Императорский царскосельский лицей имеет честь уведомить, что 4 и 8 числа будущего месяца
от 10 часов утра до 3 пополудни будет публичное испытание воспитанников первого приема по случаю перевода их из младшего в старший возраст. Ждали Державина. Державин приехал. Он был очень стар. Экзамен наш его утомил. Он сидел под першей голову рукой. Он дремал до тех пор, пока не начался экзамен по русской словесности. Тут он оживился. Глаза его заблистали, и он преобразился. Наконец вызвали меня. Я прочел воспоминания в царском селе, стоя в двух шагах от Державина. Не помню, как я кончил свое чтение, не помню, куда убежал. Державин был в восхищении. Скоро явится в свету второй Державин. Это Пушкин, который еще в лицее перещеголял всех писателей. Промчались годы заточения, недолго, мирные друзья, нам видеть кров уединения и царскосельские поля. Разлука ждет нас у порогу, зовет нас дальний светошум, и каждый смотрит на дорогу с волнением гордых юных дум. Восьмое июня 1817 года. Ночь. Никому не спится. Завтра прощание с лицеем, с товарищами. А там, пока никто не знает, что ждет их в будущем. Кюхля не спит. Входит Пушкин. Он не смеется, как всегда. Глаза его почему-то полузакрыты. Я тебе на память написал, Вильгельм, разлуку. Последний раз в сине уединения моим стихам внимает наш Минат. Лицейской жизни, милый брат, делю с тобой последнее мгновение. Прошли лета соединения, разорван он наш верный круг. Прости, где б ни был я, в огне ли смертной битвы, при мирных ли брегах родимого Руща, святому братству верен я, и пусть услышит ли судьба мои молитвы, пусть будут счастливы все, все твои друзья. Кончился лицей, впереди ждали друзей грозные времена и грозная судьба. Простимся, братья, руку в руку, обнимемся в последний раз. Судьба на вечную разлуку, быть может, породнила нас. Храните, о друзья, храните ту ж дружбу с той же душой, то ж к славе сильное стремление, то ж правде да, ни правде нет, ни в счастье гордое терпение, и в счастье всем равно привет. В 6 лет промчались, как мечтание, в объятиях сладкой тишины, и отечество призвание гремит нам, шествуйте, сыны! Холодную зиму 1825 года Александр Сергеевич провел в Михайловском в обществе своей няни Арины Родионовны. С особой теплотой поэт рисует образ Арины Родионовны и ищет защиту от жизненных бурь в единственном близком человеке. Подруга неймы суровых, головка дряхлая моя, она в глуши лесов сосновых, давно-давно ты ждешь меня. Ты под окном своей светлицы горюешь, будто на часах, и медлят поминутно спицы в твоих наморщенных руках. Глядишь забытые вороты на черный отдаленный путь. Тоска, предчувствие заботы теснят твою сейчас на грудь. Как зверь она завоет, то заплачет, как дитя.
19 октября, в день открытия лицея, собирались друзья, чтобы отметить очередную лицейскую годовщину. Вспоминались годы, проведенные вместе. Товарищи, которые не смогли прийти на праздник, и те, кто уже никогда не придет. 19 октября 1825 года Александр Сергеевич Пушкин приветствует своих друзей стихами, написанными в селе Михайловском, где поэт находился в ссылке. Роняет лес багряный свой убор, сибрит морозу вянувшее поле, проглянет день, как будто по неволе, и скроется за край окружных гор. Пылай камин в моей пустынной келье, а ты вино осенней стужи, друг, пролей мне в грудь отрадное похмелье, минутное озовение горьких мук. Товарищи, сегодня праздник наш, вы собрались мгновенно молодея, усталый дух минувшим обновить, поговорить на языке лицея и жизнью вновь свободно пошалить. Что смолкнуло веселье глаз, расстайтесь в вокальные припевы, да здравствуют нежные девы и юные жены, любившие нас. Полнее стакан наливайте, на звонкое дно густое вино, заветные кольца бросайте. Подвинем их разом. Да здравствуют музы, да здравствует разум. Ты солнце святое гори, как эта лампада бледнеет пред ясным восходом зари. Так ложная мудрость мерцает, солнце без сна.
12 октября 1836 года лицеисты праздновали 25-ю годовщину лицея. Присутствовал 11 человек. Пушкин читал свои стихи. Всему пора. Уж 25-й раз мы празднуем лицея День Заветный. Прошли года чередою незаметной, и как они переменили нас. Последней просьбой смертельно раненого на дуэли Пушкина была просьба о том, чтобы не наказывали его секундата, лицейского друга Константина Данзаса, ведь он не брат. Пушкин мой всегда жив для тех, кто, как я, любил его, и для всех умеющих отыскивать его в живого, в бессмертных его творениях. Пушкинская школа, ребята, является не только отечеством для вас, но и для меня, и для многих наших учителей, а также для многоуважаемой Натальи Гарьевны. Наша школа является отечеством и для ваших родителей, дорогие мои ученики, чьи имена вы сегодня с гордостью озвучите. Мой папа Петросян Арсен. Моя мама Кушкян Алла. Мой папа Туманян Тигран. Моя мама Асратян Лилит. Мой папа Киракосян Рубен. Моя мама Меликситян Лаура. Мой папа Тамразан Владимир. Моя мама Макарян Тереза. Мой папа Мурадов Михаил. Мой папа Тамразан Владимир. Мой папа Дерчакян Хованес. Мой папа Митоян Арман. Мой папа Захарян Вазген. Моя мама Сархошан Кристина. Мои родители, мама Вартуни Лаура, папа Огонян Давид. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Кружит земля, как в детстве карусель. А над землей кружат ветра потерь, разлук, обид и зла. Им нет числа. Им нет числа, сквозят из всех щелей. В сердца людей взвывает дверь с петель, круша надежды и внушая страх. Кружат ветра. Кружат ветра. Сотни лет и день, и ночь вращается карусель земля.
лете ветер перемен. Он прилетит, прогнав ветра измен. Разве это, когда придет пора ветра разлук, обид? Мои дорогие, любимые ученики, поздравляю вас с окончанием начальной школы. Желаю вам оставаться такими же дружными, такими же добрыми, такими же чистыми, хорошо учиться и верить в свои мечты. Дерзайте, не пасуйте перед трудностями. Помните, жизнь любит сильных и упорных. Верьте в свою школьную чистую дружбу. Оставайтесь верными школьной дружбе. И сегодня я хочу поблагодарить всех, кто был рядом с нами все эти 4 года. Кто учил, помогал, поддерживал, с пониманием относился ко всему. Администрацию нашей школы, команду наших учителей, наших родителей и, конечно же, моих любимых учеников. Спасибо всем, что все мы здесь сегодня собрались. Всем мира, добра и счастья!